A&E Network представляет. Производство компании Дэвида Гербера. Совместное производство с Fox Television Studios. Рейс 93. Вторник, 11 сентября 2001 года. Аэропорт Ньюарка. Время 6:13 утром. В фильме снимались Джеффри Нордлинг. Ты наш новенький? Капитан Долл. Рад познакомиться. Начнем? Привет, Лейс. Доброе утро, капитан. Что скажешь? Я туда, а ты обратно. Здорово. Ладно, показывай мне. Тай Олсен. Моне, Микаэл. Композитор Волтон Рэй Банч. Монтаж Скотт Бойд. Я звоню предупредить тебя, что вылетаю в 8, а не в 9:20. Изменила самолет. Где-то в 11:15 буду. Ну, до встречи, дорогой. У меня все в порядке.
Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на борт самолета 93 Сан-Франциско. На этом самолете не будет первого класса. Поэтому всем пассажирам с детьми и тому, кому нужна помощь, необходимо заранее предупредить администрацию. Втягивающее. Проверено. Курс. Проверил на Сан-Франциско. Что с радаром? Все в порядке. Так, продувка левого двигателя. Включай. Правая и левая помпа. Добро пожаловать на рейс 93 в Сан-Франциско. Извините, пропустите. У меня самолет через 10 минут. Прошу вас, я всем вам буду должен. Спасибо. Посадка на рейс 93 до Сан-Франциско закончена. Эй, подождите. Я успел. Вам повезло. Спасибо. Режиссер Питер Маркл. Спасибо. Извините, можно мне вот... Как там спандер? Проверил. Турбины? Проверил. Правая-левая панель? У вас все в порядке? Да, все здорово. Прием. Слушаю тебя. Мы готовы к взлету. Доброе утро, дамы и господа. От лица капитана и всей команды. Рада приветствовать вас. Левый работает. В порядке. Проверь правый. Правый в порядке. Спасибо за сотрудничество и удачного полета. Я сегодня чуть не опоздала, по-моему, разболелась. У меня еще хуже. Муж, ух ты, да? Да. Все просил меня остаться дома и развеяться. Да, я бы так сама хотела. Но ты ведь на работе. У моего ребенка день рождения.
Дамы и господа, к вам обращается капитан корабля. Мы задержимся минут на 15 на земле, но ветер попутный, так что, думаю, наверстаем в воздухе. Спасибо. Мэтт, это Марк. Спасибо, что подвез. Я уже в самолете чуть ли не первым классом летел. Хотя в любом случае самолет задерживается. Ладно, перезвоню тебе, как прилечу. Пока. Центр слежения за самолетами, Бостон. На высоте 10 тысяч, немного повернуть направо. Внимание! Никому не двигаться. Все будет в порядке. Если кто-нибудь двинется, вы подвергнете опасность себя. Сохраните спокойствие. У меня на 11-м что-то в Бостоне. Вы звонили 11-е? Что у вас? Самолет захватили и угрожают. Кто здесь еще? Так, только 11-е. Одиннадцать, Бостон. Прием. Центр обработки информации о авиалинии, Бостон. Хорошо, я перезвоню. Будьте очень внимательны. Это Эми Суини с 11-го. Нас захватили. Их по меньшей мере двое. Мы... Алло? Эми, прием. Да. Эми. Мы знаем, куда они летят. Информация из кабины. Эми. Говори. Да, я буду очень быстро говорить. Знаешь, куда вы летите? Нет. Одному из пассажиров стало плохо. Нам нужен врач, но никого нет. Мы думаем, что это сердечный приступ. Что-нибудь о похитителях? Да, у них ножи и веревки. Говорят, что у них бомба. Они были на местах... 3D, 5D, 1A, 3A. Действуйте быстро. Что насчет тех, которых они порезали? Один вроде в порядке, но второй, похоже, не выживет. Кислорода мало. О боже, что-то не так здесь. Что происходит? Эми, ты на связи? Мы очень сильно снижаемся. Очень сильно. Посмотри в окно, скажи, где вы? Узнаешь ли ты что-нибудь? Эми, присмотрись, пожалуйста. Я вижу воду, здание. Мы летим очень низко. Очень-очень низко. Очень низко. О, боже. Эми. Эми, ты меня слышишь? Я ее потерял. Эми. Мы ее потеряли. Эми.
Ваш завтрак, сэр. Спасибо. Пожалуйста. Похоже, самолет врезался в международный торговый центр в Манхэттене. Мы ведем прямой репортаж, где самолет врезался в одну из башен. Вот вид с другой точки. Как вы сами видите, на верхних этажах здания пожар. Мне кажется, что людей эвакуируют. Я здесь. Сейчас мы пытаемся узнать марку самолета. Пока не было сообщений из пожарной станции. Это произошло где-то в 8:45. Пока мы не знаем количество жертв. Самолет летел в аэропорт Кеннеди. Но потом по какой-то причине сделал огромный круг. Но как можно было пропустить такое огромное здание в такой день? Здравствуйте, это Мелоди Хомер. Я хочу послать сообщение своему мужу. Леве Хомер, Биакс. Первый пилот на 93-й. 93-й, хорошо. Все хорошо. Полет протекает нормально. Я послаю сообщение. Привет, дорогой. Я просто хочу убедиться, что все в порядке. Мелоди. Да, терминал. Полковник, вы можете нам сказать о самолетах, которые находятся близко к Манхэттену? Да, сейчас посмотрю. Вот есть один. Да, вот один. Ты знаешь, кто это? Нет, но он быстро приближается к Манхэттену. Похоже, у нас еще один. А вот еще один. Мы только что видели еще один. Мы только что видели, как еще один самолет. Очевидно, он врезался в Южную башню. Это невероятно. Огромный взрыв. Это уже второй. Уже второй самолет. Это... Не знаю, ребята, даже что сказать. Вы хотите кофе или чай? Чай. Хотите кофе или чай? Да, кофе. Еще чего-нибудь хотите, сэр? Нет, спасибо. Второй самолет врезался в башню в 9:03. Мне нужно лекарство. Пожалуйста. Мы видим, как пожар распространяется на нижние этажи. Я хочу есть. Сейчас что-нибудь придумаем. Вот, хорошо. Мама, а это что, пожар? Да, пожар. Ешьте до конца. Это что, кино? Нет. Похоже, что самолеты кто-то контролировал. Мам, ну это совсем не то. Девочки, смотрите за сестрой, я сейчас вернусь.
Тебе жена прислала сообщение. Знаю. А у нас годовщина. Сколько уже лет? 5. Наверное, освожу ее в Лондон. Посмотри. Будьте внимательны, два самолета врезались в мировой торговый центр. Господи. Дай посмотрю. Кризисный центр в Чикаго. Послал? Уже два сектора подкрыл, над другими работаю. Что еще нового? Отсылаю. Понял. Пожалуйста, подтвердите последнее. Двери под наблюдение. Пожалуйста, подтвердите последнее сообщение. И еще что-нибудь, сэр? Вам что-нибудь нужно, сэр? Никому не двигаться, не кричать. Спокойно. Никому не двигаться. У нас бомба. И оружие. Ладно, ребята, вам. Вернись на место. Вернись на место. Ребята, мы что-нибудь придумаем. Сядь на место. Не дергайся. Be still. Не двигайся. Открывай дверь. Открывай дверь. Открывай. Я не могу этого сделать. Открывай дверь. Слушай. Мэйдер!
Что он делает? Я этого не позволял. СОС, СОС. Позвоните в Кливленд. Рейс 93. Рейс 350. 93 нарушает маршрут. Что это было? Небольшая турбулентность. В жопу такую турбулентность. Дамы и господа, пожалуйста, присядьте. И пристегните ремни. Большое спасибо. Обе башни в огне. Удар по южной башне пришелся несколькими этажами ниже, чем по северной. Молодец. Алло? Тина. О, Том. Все в порядке? Нет, я в самолете. Нас захватили. Захватили? Да. Одного убили. Пассажира? Да. Сейчас вернусь. Всего лишь небольшая турбулентность. Где вы? Вы в воздухе? Да, просто слышу. Нет, прошу вас. Послушай, наш самолет захватили. Рейс 93 из Нью-Йорка, Сан-Франциско. У них бомба, и они уже зарезали одного пассажира. Передай властям. Том? Том? Рейс 93. На какой высоте вы летите? Это 350. Рейс 93. На какой высоте вы летите? Это 350. Денвер. Центр чрезвычайных ситуаций. Это Тина Бернетти, Сэм Рамон. Мой муж только что звонил с рейса 93. Он сказал, что их самолет захватили. Где он? Рейс 93. Он звонил по телефону, сказали, что их самолет захватили. Одного из пассажиров убили. Подождите, я вас переведу. Нет, подождите.
Это сержант Росс из отделения полиции. Вы говорите со мной, похитили? Да, мой муж звонил с самолета рейса 93, сказал, что их... Ваш муж звонил с самолета? С кем я говорю? Дина Берне. Эми Уди. Он сказал, что зарезали одного из пассажиров. Мам, подожди, я вас переведу. Нет, подождите. Это агент Фрэнкс из ФБР. Имя вашего мужа? Том Бернетт. Чем он занимается? Он менеджер. Он говорит, что их самолет похитили. То есть вы хотите сказать, что ваш муж занял самолет, который столкнулся с мировым торговым центром? Нет, они все еще в воздухе. Извините, вы можете объяснить? Просто послушайте меня. Нет, мой муж не был в тех самолетах. Он на рейсе 93, который до сих пор в воздухе. Это совершенно другой рейс. Ну что у вас? Рейс 93, Кливленд. Рейс 93. Рейс 93, вы это слышали? Американцы 10-6. Переводим. Американ 10-60, вы это тоже слышите? Да, два раза. Исполнитель 956, вперед. Мы это слышали, там просто кто постоянно кричит. Ладно, попробуем узнать, что там происходит. Всем быстро назад. Быстро. Быстро, всем назад, я сказал, быстро. Ладно, хорошо. Всем садиться, заткнитесь. Все по местам. Заткнитесь и садитесь. У нас бомба. Сообщение, что 93 захвачен. Так, быстро его на первый экран. Сколько людей на борту? Всего 44. Летел 8.42, двигался 200 миль на запад. Вы с ними связались? Нет, сэр. Пытайтесь связаться. Хорошо. Замолчите, назад. Всем тихо. Алло. Они пробрались к пилотам. Человек мертв. Мертв? Кто мертв? Я пытался им помочь, но пульса не было. Том, похитили еще два самолета, они все направились в Манхэттен. Они врезались в башню торгового центра. Ничего себе. Они направляют самолеты в здание. Мы погибли. С кем ты говоришь? Мы врежемся в здание. Кому принадлежат самолеты? Они не знают частные коммерческие рейсы. Они ничего не знают. Сколько уже самолетов? Они не уверены. Похоже, уже три. Ты знаешь, кто еще вовлечен? Нет. Мы в Нью-Йорк.
похоже, к торговому центру. Нет. Подожди, они полетели в другую сторону. Мы летим на юг. Что ты видишь? Ничего не вижу. Только земля внизу. Только поля. Эй, Том. Эй, ты. Нет, Том. Мамочка, это папа? Да. Это капитан. У нас на борту бомба. Сидите и не двигайтесь с места. Звони 93-й. 93-й, вас плохо слышно. Повторите. Исполнитель 956. Похоже, он сказал, что у них бомба на борту. Повторите, 93-й. Похоже, кто-то сказал, у них бомба на борту. Мы так и подумали, просто не услышали. Исполнитель 956. 12 часов самолет изменил направление движения и стал на курс 225. Похоже, он поднимается. Хорошо, все будьте начеку. Похоже, они внутри. 1989. На вашем пути самолет. На расстоянии 15 миль. Похоже, он поворачивает на восток. Это капитан. У нас на борту бомба. Мы возвращаемся в аэропорт. Сообщим требования. 93-й. Ты нажал не ту кнопку. Должно быть, не ту кнопку нажал. 93-й, прием. Это капитан. У нас на борту бомба. Мы возвращаемся в аэропорт, чтобы сообщить свои требования. Обратно в аэропорт. Ни за что. Ни за что? Оставайся, я вернусь. Сид, они начинают подозревать. Ну пойди, поспокой. Давай, вперед. Да. Джим, это я, Джереми. Дай мне лис. Да, лис, лис. Это Джереми. Джереми, это я, все в порядке? Лис, произошло что-то ужасное. Наш самолет захватили. Четверо парней восточной национальности. Они грозят взорвать самолет. Ладно, хорошо. Ты сам в порядке? Мы в хвосте самолета у одного бомба через пояс. Не могу представить, что это правда происходит. Все будет хорошо. Все будет в порядке, дорогой. Не могу поверить в то, что это на самом деле происходит. Говорят, они взорвут самолет. О боже. У них бомба. А Джереми, он на этом самолете. Лиз. Лиз, я люблю тебя. Я так тебя люблю. Нет, нет. Нет, послушай, Джереми, послушай. Все хорошо. Я буду молиться. Буду молиться за тебя. И все обойдется. Верь в это. Все будет в порядке. Честно говоря, Лиз, не думаю, что я отсюда выберусь. Не глупи. Все будет в порядке.
Этого не произойдет, Джереми. Мне рассказали, что два самолета уже врезались в торговый центр. Я хочу, чтобы ты знала, чтобы ты не решила потом. Не говори так. Я люблю тебя. Мы будем вместе. Все обойдется. Подожди, подожди, Джо. Секунду. Джереми? Алло? Келли, дай мне маму. Элис? Это Марк. Привет, Марк. Мама. Это Марк. Я на самолете из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Их трое на самолете. Говорят, у них бомба. Бомба? Марк! Марк, кто они? Этот самолет все равно разобьется. Ты уверен, Марк? Давайте что-нибудь сделаем. Ладно, надо что-нибудь придумать. Не знаю, мы сейчас подумаем. Ну о чем это, ребята? У нас же ничего нет. Кто они такие? Я люблю тебя, мама. Я знаю, кто они такие. Марк? Марк? Мама? Марк? Марк? Да, если бы ты приехала, это помогло бы мне. Можешь за детьми посмотреть? Огромное тебе спасибо. Джерри, я был свидетелем. Я видел, как самолет врезался в здание. Врезался в южно-западную стену Пентагона. О, боже. Том! Дина. Ты в порядке? Пока да. Они только что упали на Пентагон, я думала, это ты. Один самолет упал на Пентагон. Самолет упал на Пентагон. Что? Говорят, что похитили 5 самолетов, и все это коммерческие рейсы. Я еще ничего официального не слышала, но все они направляются на восточное побережье. Нет. Нет. Я не знаю, что делает бомба здесь, на самолете. Похоже, все под контролем. Самолет — это сама бомба. Звонила властям. Да, не здесь. Похоже, они ничего о твоем самолете не знают. Послушай, мне кажется, что им кто-то помогает. Кто им помогает? Не знаю, какие-то люди. Не переживай, я тебе перезвоню. Придумать. План самолета. Длина. 18 дюймов. А в первом классе? 24. Я думаю, можно в главную галерею пробраться. Вы видите, что разворачивается в Пентагоне. Вы видите южно-западную сторону, куда упал самолет. Это уже третий самолет за сегодня. Предполагается, что все это коммерческие самолеты, которые захватили. Что будем делать? Позвонить в полицию? Полиция не умеет летать, Алис. Они разворотили торговый центр, в Пентагон теперь упали. Послушай, Майлз. Позвони Марку на телефон. Скажи, что выхода нет. Скажи, что они должны делать все, что угодно, чтобы вернуть контроль над самолетом. Полицию позже позвоним. Скажи Марку, чтобы взяли обратно под свой контроль самолет. Скажи ему, что выхода нет.
Линия занята. Еще звони. Yeah, my wife was a flight attendant. She said a plane can survive a bomb. And it was all over. Where is an office? Oak Brook, Illinois. Это Сьюзен с Джефферсон. Если я правильно поняла, ваш самолет захватили. Да, я тот Бимер. Я на рейсе 93. Они зарезали одного человека. Сколько пассажиров на борту? Около 40. Капитан и первый помощник. Не знаю, живы ли они. Вы меня слушаете? Тот. Если вашей жизни угрожают, нажмите на кнопку, но не рассоединяйтесь. Нет, все нормально, говорить я могу. Знаете, что они хотят? Деньги, выкуп? Нет, я не знаю. Мы падаем. Нет, вроде все нормально, поднимаемся. Я думал, мы падаем. Вы меня слышите? Да. Я буду здесь столько, сколько нужно. Подождите секунду. Я вернусь. Джек? Подними трубку, дорогой. Дорогой, я просто хотела сказать, что люблю тебя. У нас небольшие проблемы на самолете. Я больше всех тебя люблю. Дорогой, со мной все в порядке. Просто небольшая заминка. Я люблю тебя. Скажи детям, что я их люблю. Прощай, дорогой. Элизабет, твоя мать хочет с тобой поговорить, я это знаю. Скажи номер, я наберу. Бункер Белого дома. Ладно, что у нас? Похоже, у нас четвертый. Рейс 93. 25 минут от центра города. Вы предупредили их? Не знаю. Позвонили они, затем работают. Работают? Где вице-президент? Сейчас едет из Белого дома. Господи. Был отдан приказ посадить самолеты. Сколько их в воздухе? 450. Какие-то мы можем посадить. Что там на 93-м? У них скорость 450. На 12 тысячах самолет может развалиться. Это возможно.
I guess you could go back to Pearl Harbor, but we really don't know if it's over. This is an entirely different type of enemy. And what we know so far is the buildings have been hit. Hello? Hello? Mom? Mom. Это я, Элизабет. Здравствуй, дорогая. С тобой все в порядке? Мам, самолет захватили. Я звоню попрощаться. Зачем ты так говоришь? Мам, ты знаешь, что происходит? Нет. Элизабет, я? Дорогая, я обнимаю тебя. Я держу тебя крепко-крепко. Я люблю тебя. Я тоже тебя крепко-крепко обнимаю. Я тоже тебя люблю. Мам, наш самолет захватили, я домой не вернусь. Элизабет, дорогая, я хочу, чтобы ты меня послушала. Мы никогда не знаем, как все обернется. Давай. Давай просто оставаться здесь. В настоящем. Давай. Смотреть в окно. На прекрасный мир, который снаружи. И вдыхать. И давай просто успокоимся. Я вернулся. Я видел все, но не знаю, что нам делать. Мы придумаем, что делать. Это правда насчет торгового центра? Нет. Я бы не стала тебе лгать. Лиз, они взрывают самолеты? Нет. Ты уверена? Они говорят, у них бомба на самолете. Этого я не слышала. Думаешь, они взорвут самолет? Потому что они сказали, что сделают это. Я так не думаю, Джереми. Мы тоже врежемся в здание торгового центра. Нет. Нет, дорогой. Они не сделают этого. Почему? Они этого не сделают просто. Пожалуйста, объясните нам, что происходит. Мы должны знать. Откуда вы знаете, что это получится? У них бомба. У нас выбора нет. Что нам делать? Взять самолет? Сколько их там? 3-4. Господи, я люблю тебя. О, Господи. Я так хочу тебя обнять. Я тоже, Джереми. У них есть оружие? Нет. Ножи. Всего трое. Думаю, у нас получится. Так оружия нет. Но, по крайней мере, они показывали нам пистолеты. Тогда, мне кажется, вам стоит это сделать. Хорошо. Используй свой перочинный нож. Тот. Stay there. Оставайся на линии, не вешай трубку. Джереми, что ты делаешь? Что это за шум? Оставайся на линии.
Джереми! Джереми! Теперь мы знаем этот рейс. Сен-Эндрюс. Мы им позвонили, пока не можем дозвониться. Эндрюс? Они не отвечали ни на один приказ за последние часы. С кем они говорят? У них есть командный центр. Информация через него проходит, сэр. Ладно, давайте придумаем, поговорим с Норой. Нам сообщают, что в воздухе еще находятся два подозрительных самолета. 1166 из Логана и 93 из Ньюмарка. Но дополнительной информации у нас пока нет. Они оба поднялись до 9 утра. И не отвечают на запросы с центра. Зачем голосовая почта? Марк, это твоя мама. Возможно, это террористы. И они разбивают самолеты о здания. Так что, если вы можете, попытайтесь завладеть контролем над самолетом. Похоже, у них нет особых планов приземлить самолет нормально. Поэтому собери людей и, возможно... Постарайтесь взять контроль над самолетом. Я люблю тебя, дорогой. Удачи. Прощай. Рейс 93. Рейс 93, отвечайте. 93-й, прием. Прием, 93-й. Американ, 1060, мы только что потеряли цель. Исполнитель 956, у нас есть визуальный контакт. Видите их сейчас? Потеряли сигнал. Видели, но потеряли. Ищите их. Сообщите, если их увидите. Они все еще там. Мы их видим. Поднимем руки. Вернись в кабину. Рейс 93. Немедленно совершить посадку в аэропорту Джонстауна. Зид, пассажиры готовятся. Стой там с бомбой. Они не верят, что мы настоящие. Хватит, это воля Аллаха. Буду сражаться с ними, если что. Мне нужно, чтобы Ахмед и Саид был здесь со мной. Понял? Понял. Да пребудет Аллах с тобой. Том? Все в порядке? Нет. Как дети? Все хорошо, на улице играют. Хотят поговорить с тобой. Скажи, я позже с ними поговорю. Я звонила твоим родителям. Сказала, что твой самолет захватили.
Не стоило их беспокоить. Как у них дела? Все в порядке. Твоя сестра с ними. Мы сейчас пролетаем над какой-то пустынной местностью. Собираемся взять со мной штурмом. Нет, нет, ни в коем случае. Не привлекайте к себе внимания, сидите спокойно. Дина. Мы все равно разобьемся, даже если ничего делать не будем. Только мы сейчас можем тебе помочь. Что мне делать? Молись, Дина. Просто молись. Я люблю тебя. Не волнуйся. Мы разберемся. Okay. Хорошо. Хорошо. Я перезвоню. Ладно, проходим. Помедленнее, поаккуратнее. Ладно, все. Мам, я слышу тебя, Элизабет. Мне так грустно думать, что для тебя это будет тяжелее, чем для меня. Я просто хотела... Поговорим с тобой напоследок. Ты что, дорогая? Мы все еще вместе. Воздушная база Селфридж, штаб Мичиган. Вылетели истребители. Они в 23 минутах, а 393. Я думал, это 330 TA. Нет, 193, но они в 23 минуты от города. Они что, собираются вторгнуться в пространство столицы? Только не забывайте, что вам нужен приказ вовремя. Останешься со мной. Самолеты в воздухе, но нет приказа сбивать 93-й. Это для защиты. Лучше бы приказ отдали. Пожалуйста, скажи Митчу, что я очень сильно его люблю. Мне жаль, но я не знаю, что сказать. Я пытаюсь держаться. Я надеюсь, что я снова вас увижу. Я люблю вас. Я уже звонила своим. Лиза, ты здесь? Да, я слышу тебя. Лиза, позвони жене и детям. И на всякий случай скажи им. Я передам вам. Что нам делать, если ты думаешь? Я молюсь за вас тут.
Сделай мне одолжение. Разумеется. Помолись со мной. Сейчас тут? Хорошо. Отец наш, на небесах, да светится имя Твое, да пребудет Царствие Твое, как на земле, так и на небе. Хлеб наш насущный дай нам, да не введи нас в свое искушение, да избавь нас от лукавого, и прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим. Да светится Царствие Твое. The power. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Forever and ever. Аминь. Аминь. Вы готовы? Вперед. Том, ты меня слышишь? Да, у меня все с собой. Элизабет? Мне пора, мама. Все готовы взять штурмом кабины? Я люблю тебя. Прощай. Элизабет, нет. Рейс 93, прием. 93, прием. Это Кливленд. Позиция 93-го. Минутку, пожалуйста. В 10 милях от Джонстауна. Скорость 450. 1,1 мегагерц. У вас есть информация об этом самолете? Нет, мэм. Что он сказал? Ничего. Дикси, это Секиду. Прием. Дикси, мы засекли самолет на радаре. Возьмите курс юг-юг, запад, 1.1. Понял, Дикси. Ваш пожурный статус. Не понял, сэр, на случай того, что нас сбит самолет. Вы уверены в этом, сэр? Ваш статус, если вам придется стрелять. 20-миллиметровые. Но мы не сможем сбить его пулеметами, только повредить. Но если дойдет до этого... Понятно. Этого на землю. Есть что-нибудь? Пока нет. Я посмотрите, что происходит с башнями. Она просто осыпается вниз. Это невероятно. О боже. Башня высотой больше 100 этажей. Исчезает на наших глазах. И это в наше-то время. Отличная мысль. Послушайте, ребята.
Я там. Так, я первый. Кто за мной? Так, ребята, приготовьтесь. Готовы? Готовы? Вперед! Тот. Тот. Внимание. Это Кливленд. Посмотрите за окно. Увидите 93-е. Да, я вижу большой самолет. Миль 6 от меня. На северо-запад. Движется быстро. Мы не контролируем этот самолет. Он двигается на меня. Немедленно уходите с курса. Сэр, был визуальный контакт с одним из частных самолетов. Держите дверь. Рейс 93, прием. Рейс 93. 93. Есть. Рейс 93. Рейс 93, вы слышите сигнал из центра? Рейс 93, вы слышите центр? 93, вы слышите Кливленд? 93, Кливленд. Дикси, самолет упал. Приземлился? Отрицательно. Упал на поле. Понял. States and Canada, but at the time the order was issued, there were 4,500.
Это тот самолет, не знаем. То есть, еще ищем его. Сначала думали, он в дырке, но там ничего нет. Наверное, где-то в лесу, но еще не нашли пока. Что вы говорите? Это же огромный самолет. Да, мы знаем, но нам нужна помощь. В Манхэттене еще ужасные новости. Вторая башня упала. Извините, мы только что получили сообщение, что четвертый самолет также упал. Судя по нашим данным, это рейс номер 93. Он направлялся в Вашингтон. Лиса, отбили. Сентября 2001 года. Рейс 93 был одним из четырех самолетов, захваченными террористами. Три из захваченных самолета достигли своих целей.
Но пассажиры и команда рейса 93 предотвратили еще одну катастрофу. Вероятно, их целью был либо Белый дом, либо здание Капитолия. Этот фильм посвящен пассажирам и команде рейса 93 и их семьям.